Всем привет, друзья! Сегодня у нас посылка от спонсоров. Спонсор у нас, как я говорил в предыдущем видео, это компания Горка РФ. Ссылку на продукцию вы можете посмотреть под любым моим видео. Конкретно под этим тоже будет. Я примерно знаю, что здесь в этом пакете. Мы сейчас скроем и посмотрим. Кстати, футболочка тоже у нас от компании Горка РФ. Футболочка ХБшная. У меня таких три футболки. Одну я подарил своему родственнику. Две, в принципе, эксплуатирую. Классные футболки. Я ничего не хочу сказать плохого, честно. Футболки радуют хотя бы то, что они ХБшные. То есть в них ты не потеешь так сильно. Итак, у нас от компании Горка РФ ихняя новинка. Курточка на флисе. Зимняя флисовая курточка. Такая обычная курточка. Поддеть можно. В принципе, вот сейчас глубокой осенью можно одеть. Прошито неплохо. Молния прочная, которая используется на хороших костюмах. Не металлическая, такая. Есть затяжка нижнего пояса. Такая, знаете, это больше даже не курточка флисовая, а такой свитерок флисовый. Карманы на молниях. Ну, знаете, ничего так. А, еще кармашек. То есть у нас получается раз, два, три кармана. Здесь кармашек под документы. Очень удобно. Вот я люблю такие карманы, которые не здесь нагрудные, которые мешают там, если что-нибудь положишь, телефон, выстрелу. А вот именно вот здесь вот кармашек. Это то, что надо. Я такие карманы люблю. Слушайте, ну классно, мне нравится. Рукава. У меня руки очень длинные, сразу хочу сказать. Но я уже об этом говорил. Но это такой флисовый свитер. Вот сейчас именно на глубокую осень, наверное, на ноябрь, наконец. Или поддеть под зимний костюм. Или вот так вот в прохладном домике. Внутренний карман сетка. Тоже есть, в принципе, ничего так. Можно засунуть какого-то там черка, кулика, бекаса. Не задохнется он там. Короче, у нас получается 4 кармана. Один внутренний. Ну, внутренний такой свободный. Что-то туда телефон, документы положить, наверное, не рекомендую. Не знаю, там, для курящих пачку сигарет. Еще можно. Да ничего так. Тепленькая, хорошенькая курточка. Больше даже как флисовый свитер. Под девочку, основному костюму, кармашек под документики. Я считаю, что зачет. Сами смотрите. Это классная вещь. Ну, в общем, вот такая вот флисовая курточка. Легенькая, можно сказать. Средняя осень, глубокая осень. Цена ее 1500, там 1450, грубо говоря. Я считаю, что этих денег она стоит по качеству. В принципе, размер я заказал. Вот я ношу 52, я им назвал 52. Сами смотрите, плечи на месте. То есть она довольно-таки нигде не тянет. Ну, то есть размер мой единственное, что. Но у меня у самого проблема, это короткие, у меня длинные руки. Рукава, ну, наверное, коротковаты. То есть, видите, да? Но это проблема моя. Я уже заявлял это неоднократно. Мерил также костюм еще какой-то. Ну, мне прям тепло. Но это легенькая курточка, зимой на поддевочку. А осенью сейчас ходить, в принципе, классная штука. Ну, тем более, недорого в наше время. Давайте покажу ее. То есть, тесьмой обработаны рукава. Легкий тоненький флис.
Я не знаю, сколько он тут. Я не знаю, настоящим флисом я никогда не пользуюсь, я не знаю, как выглядит настоящий флис. Но молния вот такая вот. Швы обработаны, в принципе, качественно. Карман у нас внутренний с сеточкой. И нагрудный кармашек по типу импортных курток. Вот он сбоку, под документы, под телефон. Я не знаю, как эта куртка будет после стирки. Ну, в принципе, если правильно стирать этот материал, я не знаю, что это. Ну, возможно, это даже синтетика какая-то. Я не знаю, позиционируется это как флис. Если это настоящий флис, то это вообще супер тогда. Ну вот сейчас, на глубокую осень, в лесочек, это шикарно. Или даже ранняя зима. Но у нас вот бывают зимы в декабре, снежочек там лег 10-20 сантиметров. Но температура такая, в принципе, там сколько? От минус 2 до минус 5 держится до января. Вот такую куртёшечку под какой-нибудь костюмчик сверху накинуть. Самое то. Вот такой вот небольшой обзорчик курточки от Горка РФ. Неплохая куртёшка. Флисовая. Даже там где-то на даче носить не обязательно. Нужно быть охотником. Рыбалка, охота, активный отдых. Неплохая куртеха российского производителя от компании Горка РФ. Еще раз повторяю, ссылка под видео. Можете заказать себе вот такую вот курточку. И не только курточку. Костюм Горка и все остальное. Надеюсь, был полезен. Всем пока.